23 октября в спортивной школе имени Героя России Олега Охременко прошли Кубок Омской области и региональные соревнования по всестилевому карате «Марш доблести». Спортсмены состязались в дисциплине «Полный контакт» в средствах защиты. В этом разделе бойцы применяют практически весь спектр ударной и борцовской техники. На татами соперничали более 80 участников из Омска и районов области, а также бойцы новосибирского клуба «Русь». Соревнования становятся качественнее год от года. Мы планируем как бы замахиваться уже на уровень повыше, на межрегиональный. Хочется заметить такой момент, что новосибирские бойцы постоянно посещают наш турнир. И как бы эта конкуренция, она улучшает качество подготовки наших бойцов. Нам очень приятно их присутствие. Мы замечаем, что как бы прогресс идет с двух сторон. Омские спортсмены по итогам турниров завоевали 18 золотых, 12 серебряных и столько же бронзовых наград в 6 возрастных категориях. Каратисты омского клуба «Будакан» заняли первое место в командном зачете. Боец команды «Звезда» Даниил Рыжов признан лучшим спортсменом. Всестилевое карате мне нравится тем, что тут множество разнообразной техники. Можно добивание в партере, можно делать различные сваливания, дышающие. Из техник я использую бэквист, малаши в голову и сваливание. Различные подножки. Второе место в командном споре заняли бойцы новосибирского клуба «Русь». Спортсмены выиграли несколько конкурентных и напряженных финальных поединков. Завоевали 3 золотые и 8 серебряных наград. Уровень спортсменов значительно растет, прям заметно, потому что и ребят прибавляется, и численность участников в принципе в соревнованиях уже выросла до 80 человек, ранее меньше, конечно, было. Вот, клубы добавились, ребят видно азарт, видно вот этот соревновательный дух, они его проявляют активно, ребята. И также, получается, моим ребятам из моего клуба «Русь» радостно приезжать, радостно соперничать. Третий командный результат показали каратисты калачинского клуба «Тайфун».